Заново изобрести велосипед пришлось инвалиду из Нижнего Тагила, чтобы не чувствовать себя ущемленным. В конструкции есть рама, руль и сразу три колеса. Так удобнее, они нарадуются на свою разработку Максим Зяблинцев. Дарья Степанова присутствовала на тест-драйве. Изобрести велосипед совсем не значит бесцельно потратить время. Это доказал Максим Зяблинцев. Его почти что байк только с ручным приводом сразу привлекает внимание. Материалы для хендбайка подбирал самые обычные – арматура, кресло и заводская техника. Хотя простым он только кажется на первый взгляд. Переключение передач с одной стороны, тормоз с другой. Есть даже специальные перчатки с насадками. Без них трицикл не тронется с места. Эти навороты совсем не защита от грабителей, говорит тагильский Кулибин. Руками придется и педали крутить, и руль. Крути, да, поворачивай. То есть, ничего сложного. Скорости также переключаешь при помощи рычага и все. Хотя легко и непринужденно крутить педали Максим привык не сразу. Первые дни было особенно тяжело. То же самое, как на обычный велосипед, здоровый человек садится, поехал, прокатился, там, спортом занялся. Сесть за чертежи Максима заставила, казалось бы, простая на первый взгляд мечта – прокатиться с ветерком на велосипеде. Но двухколесная техника ему недоступна уже 8 лет, с тех пор, как неудачно нырнул в воду и сломал шею. Тогда отказали ноги, да и кисти рук почти не двигаются. Собрать хендбайк Максиму помог его друг. Всегда рад, тем более такая интересная затея, то есть велосипед с ручным приводом. Почему нет? Почему не попробовать? Тест-драйв чудо-велосипеда показал разработчикам на недостатки. Грязь с колес летит в лицо. Доработка брызговиков Максим Зяблинцев займется зимой. На следующее лето у молодого человека грандиозные планы. Отправиться на трицикле в путешествие. Дарья Степанова, события ОТВ.